Добрый день. Сегодня готовлю смузи из фруктов и листьев салата. Вот я нарезала уже яблоко, сюда же порезала апельсин. Все жесткие части у апельсина удалила. Вот так его на дольки порезала. Смузи очень полезный. Тем более сейчас, так как я после операции, мне это особенно актуально. Вот. Так, здесь у меня одно яблоко, один апельсин, ну и вот листиков салата я накидаю, ну так, на глазок. Филюнь, ты пришел смузи пить, да, Филюнь? Ты где гулял-то? Вот, произвольно так вот рву их и туда запихиваю. Ну, листьев салата я не жалею, потому что я сорвала целый кустик салата. У меня уже как бы перерастать начинает, и поэтому его надо срочно-срочно куда-то перерабатывать. Пыталась заморозить листья салата, но мне не понравилось. Может быть, конечно, вот как раз для смузи замороженный пойдет. Может быть, еще попробую замораживать, но не понравилось. Так, ну вот полпучка листового салата я сюда положила. Так, закрываем чашу. Так, я не буду шуметь на камеру. Я отключусь и включу, когда уже прокручу все. А, друзья, еще забыла сказать, что сюда нужно налить полстакана воды. Вот у меня стакан, если будет мало, долью еще. Ну, итак, я закончила перемалывать. Вот это вот такая масса у меня получилась. Сейчас нальем в стаканчик. Ай-яй-яй, стаканчик немножко узковат. Вот такой смузи у меня получился. Очень красивый по цвету. Сейчас попробую. Вкусненько. Но я бы добавила еще одно яблочко. То есть вкус листьев все перебивает. Но он получился не сладкий, приятный на вкус. И еще бы листочек мяты добавила. Но теперь буду знать, буду экспериментировать. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить пальчик вверх. Вот. И пока хочу рассказать вам, что я делаю из корки, из цедры апельсина. Апельсин я использовала в смузи. А вот шкурка от лимона, от апельсина я использую также дальше, то есть не выбрасываю. Значит, вот я ее сейчас измельчила, посушу в сушилке, ну либо просто разложу где-то, она хорошо сохнет и без сушилки. Вот, и эту цедру лимона, господи, что ж у меня лимон-то? Апельсина можно добавлять в чай, либо выпечку, но выпечку ее нужно предварительно истолочь в кофемолке. Вот, вот такое вот заготовочка у меня получилась из шкурки апельсина. Во-первых, если выпечку использовать, это придает аромат выпечки, соответственно, апельсиновый. Вот, и в чай также придает аромат. А еще листочек мяты, листочек смородины, листочек малины, и будет очень вкусный ароматный чай. Зеленый, можно даже без черной заварки. Вот так я использую цедру апельсина. Также можно цедру лимона использовать. Вот. Когда остается, я использую лимон, а цедра остается, я точно так же ее режу, сушу и потом в дальнейшем использую. Вот. Все, что осталось после зимы, потому что зимой мало мы едим фруктов, в основном покупаем апельсины, лимоны. Вот. Все, что после зимы осталось из цедры, но я вам хочу сказать, что очень мало что остается, я привожу на дачу и выкидываю в компостную кучу. Хочу вас заснять ворону,
которую подкармливает соседка. Вот она к ней прилетает и вот так кричит. Вот. Она как-то прилетела ко мне на яблоню, начала кричать, сидела, начала кричать. Я ее прогнала. Она так, я говорю, прекращай кричать. Она заткнулась и улетела. Умная ворона. Ну, вообще, говорят, вороны поддаются дрессировке. Вот, а хозяйка сейчас ушла в гости. А ей хочется кушать. На ее, можно сказать, прям чуть ли не из рук.